Александр Сергеевич, одну минуточку. Передайте Зинаиде Михайловне, что Розалия Францевна говорила, а не Ване, Капитолина Никифоровна, дубленку предлагает. Так что если... Я ничего не могу передать Зинаиде Михайловне, она уехала. Куда уехала? С любовником на Кавказ. Как с любовником? И вы об этом так спокойно говорите? Оригинальный вы человек. Извините, Ульяна Андреевна, я занят. Однако у вас характер. Будь я вашей женой, я бы тоже уехала. Если бы вы были моей женой, я бы повесился. Родственники горько вздыхают и плачут, и с утра кричат беспокойные чайки, и корабль у пристани стоит. Это Одиссей, чтоб ему провалиться, ум Одиссею никак не сидит. А жена идет вслед за ним и вздыхает, и мама руки говорит. Ты куда, Одиссей, от жены, от детей, Одиссей, Одиссей, Одиссей. Милый Одиссей, шла бы ты домой, Пенелопа. Пары века над землей качали, звезды зажигались и море качалось. Где-то потерялось руно золотое, кончилась троянская война. Но опять родня у причала рыдает, словно на грудь корабли собирает. И опять леня свою горькую долю, слезы льет до пристани жены. Ты куда, Одиссей? От жены, от детей, Одиссей. Одиссей, милый Одиссей. Милый Одиссей. Ну шла бы ты домой, Пенелопа! На восток, на запад, на юг и на север каждый день плывут корабли Одиссея. Падают дожди, поднимается солнце, и отвагу сердца не унять. Сколько бы веков над землей не промчало, будут жены слезы ронять от причала. Так устроен мир, что подолгу не могут корабли в пристани стоять. Ты куда, Одиссей? От жены! От детей! Одиссей! Одиссей! Шла бы ты домой, Пенелопа.